Прожив 10 лет в России, американец так и не понял, почему пиздато – это хорошо, а хуёво – это плохо. Но самой большой загадкой для него так и осталось, почему пиздец – это хуже, чем хуёво, а охуительно – лучше, чем пиздато. Снято? Как получилось? Пиздец, как охуительно! В общем, снято.